Лоранс Гийон. По вашим просьбам, дорогие зрители, большой концерт Лоранс Гийон. Француженка, которая уже много лет живет в России, исповедует православие и занимается музыкальным фольклором. Она профессионально играет на средневековых инструментах, колесной лире и гуслях. Она любит Россию, обожает старинные наши города – Переславль, Ростов-Великий, Суздаль. Нам с путешественником Владимиром Бурлаковым посчастливилось вместе с Лоранс провести целый день. И в конце дня устроим большой домашний концерт, на котором Лоранс исполнит нам на гуслях ряд песен из своего репертуара. Лоранс Гийон. Сейчас мы находимся у нас в гостях. Ну и, наверное, напоследок, да, у нас же не зря рояль. Вместо рояля гусли. Все, можно? Да, да. Да? Музыкальный подарок для всех зрителей. Не в кустах, а на диване, поэтому просьба такая, Лоранс. Мы сами не слышали, мы сегодня видели ее работу на колесной лире. Но а гусли, освоить гусли, инструмент чисто такой, ну, в общем-то, русский. Ну, вот наше время, это я считаю. А роль лиры, или как правильно называется это инструмент сейчас? Колесная лира. Я первый раз в жизни увидел сегодня. Ой, проспали мы. Все небесное,
воскрешение традиции получается. Да. И историю, ну, как версия, она из Византии идет, этого инструмента. Инструмент, честно говоря, я смотрел, это очень такой сложный инструмент, да? И в настройке, да. И в игре, Это так, в игре что, да, если Византия, то это уже сколько веков тому назад, такой сложный инструмент. Это царь Давид, получается, еще слушал песнопение на этом инструменте? На гуслях. На гуслях слушал, царь Давид. Да, царь Давид, он играл на гуслях. Псалмы слушал. Да. Да как гусли, это чья история? Это где? Гусли, ну, вот в древних временах. Сказание, много вот так, Ирина, много таких инструментов, это инструменты со струнами, да. Так, это цитар, это лира греческая. Да. Вот. А сам Давид, он играл на гусле. Ну, по крайней мере, на что-то похоже на гусли. Потому что вот перевели на старославянский язык как гусли. Ну, я думаю, что более похоже, да. Ну что ж, приступим так к музыкальному подарку. Это морская песня. Французская, ну, о том, как фрегат, корабль такой, приплывает к берегу, а на берегу моря плачет девушка, и молодой матрос спрашивает, что ты, красавица, плачешь? Она говорит, что она уронила кольцо в море. Он говорит, а что ты мне дашь, если я тебе достану обратно? Она говорит, ну, я слишком нищая, могу только предложить свое сердце в брак. Значит, молодой человек, ныряет один раз, ныряет два раза, а третий раз тонет. И его тело, золотое тело, прибивается к берегу. Да, как золотая рыба. Вот. Ну, это грустная песня. Это народная песня. Это народная песня французская. Про девушку. Thank you.
пейте ее кофе этой песни. Слушай, Виктор, ты же сегодня, как наша поездка, ты как оцениваешь ее, как главный соучастник. Вышла из камеры. Да. И вот посещение музея, посещение монастыря. Вы знаете, я думаю, что зрители дадут, конечно, оценку, потому что мы пытались что-то снять там, но понятно, что через призму камеры передали и как могли передать. Но лично я, дорогие зрители, очень благодарен за сегодняшний день нашему Творцу, вот, который нас свел сегодня всех в одной точке, и то, что мы ездили. Во-первых, сам по себе колорит. Я до сих пор не могу понять, как вот можно так вот переехать в чужое пространство, которое становится родным, своим, и это, конечно, уже подвиг сам по себе. Хочу сказать, что Лоуренс – это чисто такой вот русский человек, который… Спасибо. И это видно очень, это видно по отношению к нашему Господу. И мы с вами говорили, дороги, вы из католицизма перешли в православие. Да. Вот, и приняли его всеми фибрами своей души. Да. Приняли и страдаете, в общем-то, за Христа по-своему. Потому что вот даже сегодня, дорогие зрители, вы не знаете, вот, какой подвиг совершил Лоуренс. Здесь же много комаров, очень много комаров. И будучи в 100 раз укушенная, мы все равно сделали Да, но мы сделали внутри, а не на улице. Вот на это вот сил не хватает. Конечно, самые такие вот, самые популярные комментарии, которые будут, самый интересный вопрос, который вы зададите для Лоуренс, мы обязательно его отметим подарком. Лоуренс, скажем, по секрету, подарила мне несколько книг своих, вот, и это одну из этих книг. Мы обязательно, возможно, даже с автографом, если еще раз увидимся, надеюсь, увидимся. Ну, я могу сейчас в этом делать. Да, да, пошлем вам, дорогой зритель, отметив его. Если будет много интересных вопросов, тогда мы разыграем это случайным образом. Вы уже знаете, мы иногда это разыгрывали. И обязательно подарим. А второй момент, который я расскажу чуть позже. Владимир Бурлаков, в гостях, в котором мы сегодня находимся, вот, и у Марианы, которая тоже сейчас за кадром, он делает иконы сейчас. Вот. Ну, мы не можем назвать их иконами пока, да, вот, потому что там требуется какой-то там канон соблюдать и так далее, но очень интересная работа на дереве с изображением ликов Богородицы. Володя тоже делает. И одну из икон мы тоже разыграем, поэтому подпишитесь на канал, пишите комментарий, и в этом фильме вы уже получаете подарок, если его выиграете. Спасибо вам! Я не знаю, вот я ее вот сочинила, когда я жила во Франции. А есть так, одну, которую я вот сочинила, как вот в России, вот, когда у меня была Даша под Пересиловым. Так, да, значит, это дождик. Дальше. Потому что если все образы, как будто она ходит под серый, под
пляшем, и вот все эти капли дождя идут в ее руках, как чутки. Вот. Интересный образ такой интересный. В этом старом селе, так спокойным и тихим, можно было бы подумать, что ничего не изменилось. И что через 100 лет жители Кельяк, это вот название села, и их потомки еще будут говорить по-французски. Потому что я вот почувствовала, что, ну что, может быть, через 100 лет никто не будет там говорить по-французски уже, потому что нас не будет. Вот. Спасибо. Отлично, очень грустно. Спасибо вам большое. А перевод? Вольный хотя бы. Вот. Ну, идея такая, что они летят, эти дикие гуси, потому что они должны лететь. Это их призвание. Вот. И что вот, несмотря на непогоду и так далее, летят. И что... Это как наша душа, которая вот стремится к высшему миру, потому что у нас такое призвание. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Душка, что у меня,
большое. Спасибо вам. Спасибо огромное. Какая правильная песня. Современная. Это была лучшая композиция сегодняшнего вечера. Да, на последних минутах, на последних всегда что-нибудь выскочит. Спасибо. Да, вот это весело. Вот, но... Сердечно благодарю каждого нашего попечителя за доброе сердце. В связи с отключением монетизации на YouTube прошу вас оказывать поддержку канала напрямую на номер карты, который вы видите сейчас на экране. Каждого нашего благотворителя я вношу в синодик и подаю записки в тех святых местах, где бываю. Всех вас православных, да помни Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне присно Его веки веков.